Казанском федеральном университете состоялась 26-я церемония вручения дипломов выпускникам программы MBA. В их число вошли 37 представителей различных компаний, а также государственных структур, администрации РАИСа Республики Татарстан. С приветственным словом на мероприятии выступил ректор университета Линар Сафин. Уверен, что обучение по программе MBA дало возможность вам повысить не только свои профессиональные, но и личные качества. Я надеюсь, вы все это будете использовать в своей будущей работе на благо нашей страны, на благо нашей республики. Программа MBA в Высшей школе бизнеса КФУ существует с 2000 года. За это время окончили ее свыше 1000 представителей разных регионов России и 6 государств. Хочу поблагодарить наших выпускников MBA за успешное завершение программы, за ваш добросовестный подход к учебному процессу и за успешную защиту выпускных проектов. А также пожелать вам использовать все полученные знания и инструменты, управленческие инструменты в своей профессиональной деятельности и с гордостью носить признанную и престижную во всем мире степень MBA. Основной философией Высшей школы бизнеса КФУ является ориентация на потребности рынка. Таким образом, выпускники программы способны совершать эффективные преобразования в компании, повышать ее прибыль и открывать новые перспективные направления. Всех вас поздравляю с завершением большого этапа в жизни. Я надеюсь, что вы всегда будете с теплотой, радостью вспоминать и нисколько не жалеть о том времени, которое вы отдали себе, новым знакомым, преподавателям и школе MBA. Спасибо. Значительная часть выпускников отмечает, что решение о поступлении в Высшую школу бизнеса пришло благодаря положительному опыту их знакомых. Относительно этой программы были самые высокие ожидания, потому что действительно школа существует не первый год, у меня много знакомых там отучились, и я вижу, как они трансформировались в своей жизни повседневной. С профессиональной точки зрения. Поэтому мне тоже было интересно попробовать свои силы. Высшая школа бизнеса КФУ занимается подготовкой менеджеров нового поколения, обладающих навыками эффективного управления бизнесом и адаптированных к современным условиям. Узнать все подробности о программе обучения вы можете на сайте Казанского федерального университета. Маргарита Михайлова, Ленар Гизатуллин, Универньюз.